Нестандартный подход к борьбе со стихийными парковками придумали в Ванинском сельском поселении Ломоносовского района. Местные власти решили так. Вместо того, чтобы наказывать, будем создавать условия, при которых правила нарушить невозможно. Дворы должны быть безопасными и широкими, а парковки вместительными. Такого принципа вот уже второй год подряд придерживаются в Ванинском сельском поселении. Здесь действует особая программа по благоустройству дворов. Одно дело уложить новый асфальт, и совсем другое, когда в процессе ремонта внутриквартальных дорог строители расширяют проезжую часть, организуют места для автомобилей и тротуары для пешеходов. Мы считаем, что жизнь в поселках она должна быть комфортной для населения, да? Когда планировались и проектировались наши улицы в поселках, они строились еще по старым нормам. Тогда было гораздо меньше машин. Понятно, что проезды вдоль домов были узенькие. Понятно, что никаких парковочных мест не планировалось. Не было тротуаров. Соответственно, вот все это мы сейчас и хотим исправить. Дворы двух крупнейших поселков, Анина и Новоселье, совсем скоро будет не узнать. Здесь на 100% поменяется дорожная инфраструктура. На это местные чиновники закладывают еще 2 года, не больше. И вот тогда здесь как следует возьмутся за стихийные парковки. Потому как пока нет возможности и спроса с водителей никакого. Ну а при наличии стояночных карманов во дворах оставлять машину где придется уже не получится. Это будет расцениваться не иначе, как нарушение.